Вот здесь вы видите мой пенник в морском аквариуме. Сейчас я вам детально опишу принцип его работы. Вверху стоит накопительная баночка. Здесь труба, по которой поднимаются пузырьки воздуха. Здесь маленький насос стоит, который прокачивает воду. К нему подключен компрессор, который стоит у меня внизу. Он подает воздух. Можно, в принципе, обходиться и без такого компрессора. Но тогда у вас не будет такой большой проходимости воды. Видите, там турбулентные такие движения происходят за счет того, что компрессор качает воду. Она обогащается через воздушный компрессор, через этот шланг воздухом. Воздух по трубке поднимается наверх, выбирая из воды белок, который в форме пены переходит через... Сейчас открою, покажу вам. Вот здесь эта пена и оседает в этот бачок. Пена поднимается. Сейчас я сниму полностью этот бачок. Одной рукой неудобно на соплях. Все содрали мы. Вот. Видите, здесь вода как бы кипит. Вот стоит компрессор у меня внизу по этой трубке. Я здесь регулирую подачу воздуха. Все, у меня что-то чокнулся этот прибор, не хочет работать. Вот таким образом мы выбираем белок из воды. Здесь он пенится, собирается, обросло немножко кальковыми микроводорослями. Итак, компрессор, воздушный компрессор, водяной компрессор подает воздух, с водой перемешивает, трубка и накопительный бачок. Вот. Этот продукт очень ценный, я считаю, я его никогда не выливаю. У меня здесь очень много любителей поживиться этим белком. Я его просто сюда выливаю. И водоросли хорошо здесь растут. Очень много рачков мелких по поверхности. Питательные вещества мы не выливаем в унитаз. Здесь вот у меня мальки малинезии. Теперь накопительный бачок можно поставить назад. Почему-то у меня неправильно работает. Неправильно работает. Моргает, видимо, свет заканчивается. Батарейки садятся. Вот так выглядит баночка у меня. Плохо отсвечивает дневной свет. Я считал, что-то более 17 разных видов кораллов сейчас здесь в этом аквариуме. Вечером я с ним, он там даже наверху сейчас. Да стой ты, все, сдох. Придется сейчас вытащить. Вот видите, на самой макушке каменный коралл. Я думал, он сдохнет. Нет, растет. Даже вот видно белый, белую часть поверхности заселяет, разрастается потихоньку. Полипы вот видно, не очень хорошо, но видно, это каменный коралл. Сейчас покажу вам еще здесь. С
слоновые уши, вот песчаная анемона, это ковровая анемона с клоунами, это медная анемона, вот моя любимица, плохо ее видно, мандаринка. Обожаю эту рыбку. Боксерчик, краб. Не краб, а креветка. Иногда говоришь, не задумываешься, а люди цепляются к словам. Здесь ежик, кстати, хотел вам показать. Негодяй такой он. Подбирает все, что ему нравится. Я уже несколько раз эти коральчики где-нибудь закреплял. Его плохо видно, вот только здесь вот этот фрагмент понимает, что это ежик. Так он обклеился весь кораллами и ползает по аквариуму, подъедает зеленку. Вчера чистил немножко аквариум. Вот так выглядит. Затраты минимальные. Здесь пенник стоит только из-за того, что здесь нету никакой растительности. Если бы здесь были водоросли, тогда пенник не нужен был бы. Вот у меня, например, здесь, в этом аквариуме, видите, да, полным-полно водорослей и кораллов. Здесь им не нужен никакой пенник, все животные и рыбки чувствуют себя прекрасно без пенника. Хотите посмотреть, как он огурцы у меня лопает? Вот. Это его любимое меню. Отсвечивает, жалко. Солнце. Огурцы лопает только так. Каждый день я ему два свежих огуречка отрезаю. Собачка сидит. В этом аквариуме нету никаких пенников, не планируется, потому что здесь много водорослей. Здесь тоже много водорослей, пенника нету, жители там. А здесь все водоросли у меня находятся в отдельном отсеке. В самом аквариуме водорослей практически нету. Ну, здесь, кстати, фауна очень красиво. Ай, нехорошая съемка получается. Так что, ребята, совсем не так сложно содержать аквариум. Не нужно создавать огромные реанимационные системы, где 100 шлангов, всякие дозаторы и так далее и тому подобное, которые потом у вас могут за 3 часа отсутствия электричества сдохнуть. У меня бывает так, что я после кормления забываю включить помпу течения, только вечером прихожу, и никаких убойных изменений нету. Я уже про это писал. Так вот. Мандариночка убегает.